Пацанов. Только пришел, что ли? Да, только доехал, здорово. Там пробки адские. Удачи пожелать. Нормально, ну так уже более-менее рука двигается. Нормально полезно. Вот железка, блядь, потрогай, если хочешь. А? Там железка. Железку на сколько оставит? Еще месяц. Колено просто Хусейн! Колено, колено между рук, на грудь, колено засунь! Колено засунь! Хусейн, колено на грудь! Нет, нет, нормально, у него челюсть. Таби, ничего таби, нету. Таби, разрушай локтем живот. Таби, корпус таби, кулак, том таби! Вот, хорошо, еще раз, Хусейн, давай. Сам работай, Хусейн! Вот. Все, все! Все, давай! Ему заходи! Заходи, о! Снимай руку, снимай! Заходи, заходи, глубже заходи! Хусейн! О, отлично, отлично! Снизу, снизу! О! Живот, живот! Пини в живот! О, отлично, отлично! Все, 30 секунд! Хусейн, руки, руки, руки! Красавчик! Красавчик! Правый Маваша в голову залезет. Ай, красавчик. Нормально подрались, да? Заебись в конце, вообще зарубились. Привет. Итак, по завершении боя обратимся к судейским запискам. 30-27, 30-28, 30-27. Идти на классном решении. Победу одержал Гусейн. Гусейн. Хантер. Как здоровье? Ну так, получше. Давайте познакомлю. Так, познакомься. Владимир Минеев, Александр Мирланец, Файнайт, топовый боец. Всем привет. А тоже приятно, как ты знаешь, любитель, наш герой. Надо иметь в виду вес. Саша, держись. Саша вообще первый раз на боях. Вообще первый раз. А бокс, там борьба. Вообще первый раз. А... Не, бокс. Впечатляет, но реально очень клевая атмосфера, и его ближе надо подойти посмотреть, ну классно, со стороны. Я хочу посмотреть главный бой, как это выглядит на самом деле. Ой, там хорошие бои будут еще, да. Два главных боя вечера, хорошие. Вот он, у нас крайнее мероприятие было, Вова драл на бою против Магомеда Исмаила, они собрали ЦСКА-арену, ничья получил. Ну да, вообще неожиданное решение было. Будет реванш, надеюсь.
Давайте. Давай, Сандагер, давай вот так, да? Ой-ой-ой. Просто надо убегать. Да. Пойдем, надо убегать. Сейчас мы поговорим, сейчас придумаем. Сейчас после операции, да. Правильно, операцию сделал, дай Аллах тебе здоровье, чтобы у тебя ничего не болело, чтобы мы могли подраться снова. Эй, мне понравилось, хороший бой был, я внутри кайфанул от боя. Ну. Клянусь, что бы там я, в конце я уже бой закончился, ну, понятно, я уже о реванше думал. Очень доволен этим боем вообще, то, что у нас так получилось. Скоро мы увидимся снова с тобой. Да, мы встретимся в клетке. Игорь Шах, Владимир, спасибо большое. Ребята, вам очень благодарен. Этот год, на самом деле, многим запомнился по поединку меня и Смаила, как настоящий блокбастер. И надеюсь, что в следующем году мы сможем это повторить. Это как бы я вам предложение делаю. Я за! Я поддерживаю. Для вас специальные подарки от Константина Ефимова, нашего партнера. Я вот хрупкую девушку пригласил. Это хрупкая девушка-боксер. Чемпионка Европы, между прочим. А в России говорят, что на женщину держится, и следующий год она обязательно. Это хорошее качество женского боя. Я ее сюда пригласил, чтобы здесь между вами ничего не получилось. Все, вопрос. Саша, давайте объявлять, пусть объявят Светлану. Смаилова, а где же этот заветный конверт? Забыл конверт, извините. Дайте мне. Я в маму продам. Мака, ты лучший! Даже! Мака, газуй! Я ищу, блин! Мака, если газуй, то план. Ай, сел! Они просто подарили нам праздник. Если была ничья в бою, пускай бы ничья будет и по итогам этого года, а в следующем году разберемся, ребята. Меня зажали. Поздравляю. Магомед сегодня не мог проиграть два раза. Поэтому у нас опять ничья. Меня зажали. За что ты хватался? От души. Мы пообщались с Владимиром Минеевым. У нас все вопросы, которые мы будем решать,
будущем будем решать исключительно в клетке. А все, что за клеткой... Мир, мир! Всем вам лайк, спасибо, что пришли. Привет, Fight Nights! Я мастер спорта международного класса Светлана Слуянова. И сегодня я пришла поздравить своего земляка Владимира Минеева с победой в очень крутой номинации. И я желаю Владимиру удачи, победы и здоровья, чтобы его травмы больше никогда не оставляли шансов его противникам. Минеев сегодня в номинации «Боец года». И уже прозвучали итоги, и я категорически не согласна с тем, что ничья, потому что, друзья, какая ничья, если Вова боец года? Я считаю, что в следующем году будет уже по праву он победителем, поэтому встретимся в этом же месте в тот же час. Турнир прошел хорошо, много красочных боев. Я поздравляю Рому Копылова, он защитил свой пояс. На самом деле, от Инамото ожидал большего. И от Копылова тоже большего ожидал. Но в любом случае, оба красавцы, оба показали характер. Мужики сражались до конца. До этого пояса я еще доберусь.